Это BPM Rap Battle. Салют, Нижний. Мы рады приветствовать вас на турнире Trash Talker. Как... Нижний, дайте шуму, мы начинаем! У нас есть два крутых участника, которые прямо сейчас представятся. Поехали. Здесь небольшой презент о том, какой я охуенный, а MC напротив хуёвый. Ведь это всего лишь какой-то там кто-то, а тут напротив него целый Йорик, блядь. Йоу-йоу, Squirty Block Crew! Йоу, участники готовы? Провинция, мы готовы! Это BPM Rap Battle, мы начинаем, погнали! Ты самый высокий. Вот это, блядь, Неждан, Вот это, блядь, Неждан, самый высокий балл из всех подавших заявки. Я-то думал, что мне дадут какого-нибудь постеря для затравки. И хочу задать вопрос напрямую всем судьям и организаторам. Это все потому, что я вонер разводил про состав новогоднего сайфера. Сквирти, я, конечно, не знаю, какая за ником твоим скрывается личность. Но так и тебе не сказать. Я, конечно, слышал много долбоебских англичек. Но услышав твою, вспомнил от Nokia с главы Кверки телефон. Не случайно, походу, ведь время твое, как и Nokia, ушло. 2007, ведь именно тогда зарождаться начало все то, что мы сейчас называем батл-рэпом. Я так вдохновился совпадением таким, что на папа хотел взять псевдоним Эбок. Нам гости пожаловал из сормого представитель идейного андеграунда. Срочно звоните в красную книгу, ведь таких осталось очень мало. Точно, сколько тебе лет, но птичка напела, что уже на 25. И ты у нас бармен, какой-то там Иви Мэн. Ну такое, блять, на дворе 18-й год века. Инфу, возможности и технологии, а у вас там все так же стабильно. Немного сменилась лишь терминология. Теперь это вот, все по-серьезке. Сормово брёре, послушай, есть трик. Стоит тебе лишь показаться на балконе в Киеве. Обязательно кто-нибудь выстрелит. По улицам ходят лишь негры, что по ошибке родились в телах белых. Один косой взгляд, все достали стволы. В общем, обычные житейские проблемы. Я жил там и на деле все прозаичнее. Вокруг одни лишь синие хари. Я на них смотрел и задавался вопросом, почему же у меня еще нет аватара. На стволы эти гангстеры хватаются лишь дома. Открытым стул, очередной красивый дем. И дергают запор настолько часто, словно намертво заклинило их парабеллы. Во всем этом хаосе подъездные рэперы работают над формой и содержанием. Но хуя, ведь им проще под биток 60 BPM вспоминать свои бухие задержания. Пиздеть три короба на батные новую школу. Вокруг молодни продажные бляди, что рэперы с душой уж совсем не кодируют. В общем, это так, как нас с вами. Проще ведь всегда вокруг всех винить что-то в центре огромной санины лужи. Вместо того, чтобы зад свой поднять и делать хоть что-то, чтобы жизнь стала лучше. Унылая пародия на мораль, верный смысл. Это теперь ваш валеный андеграунд. Лучше уж тогда прорываться в мейнстрим, ведь в подземке ниже уже некуда падать. Раунд. Бля, долго у тебя, долго. Йоу, красавчик, красавчик. Дай мне майк и долой клафон. Дай мне майк и долой клафон. Зайдет легко твой шаблонный флоу. Панч как колонн, пластруб с моих губ. Под эпитовый бургу, пока не вешаю табу. Я за краем не побумы, в чем шарю не ебу. На руки тянут тетиву, предал стрелы колдовству. Поебать на толпу твое количество слух. Чтоб бить за белом ревут, а то не сложный конструк. Правда не дуком, а ваш мертвый биткир. Но как старый дикий старичок Шакила Нил. Если бит, это ковер, зови меня холодил. Юзай бабл паладин, ведь здесь один на один. Нет, нахуй бит, по фану кидыш. Устраптивый идти против ебливых день. Придай пальцы гильотину, ведь их стоп не акти. А твои финты, как лил пипа фентанил. Таких ратата, брат, целый гектар. Это ты пёс, Александр Клиган. Ты гоняй на битах и хули новый ураган. Со мной майки, ладно тебе цена. Ты смотрел Южный парк, и оно и видно. Твой прошлый батл, битва двух инвалидов. Колясочный флоу, плюс один костыльный ДВ. Как шмит фильма, блядь, Джимми и Джи. Качайте, дети, здесь скверт в свете. Йорик домашний с бетон, типа шашни. Чувствую бит, как зубы применить. Зубы рисуя на бутылку, на пивную пашку. Бам! Раунд! Раунд! Скверти, слушай. Нахуй Скверти! Послушай, пожалуйста, сюда, Тимак. Уж прости, но лучше буду звать тебя так. От нового ника ощущение, будто бомба корейские испытали у меня прям в ушах. Сразу избавиться хочу от лезущих на автомате в голову. Мою шуток за стол. Типа ты на деле ищешь тут юных отцов, что готовы будут сделать тебе смерти в лицо. Итак, Тимак, приценил этот рыбак. И хочу сказать одно, он реально опасный. Тут мне стало интересно, чем мне его написание. Ты так сильно вдохновлялся, что породило твой стиль. Ни на кого не похожий, оригинальный и самобытный. Настолько, что ни разу не думал, что батлить ты будешь в коляске, как какой-нибудь Рендиго. Добро пожаловать, ебучие скопище, которые этот трек обходит.
говоришь так успешно. Коль обойти в этот раз не получилось, будь, пожалуйста, так добр, поведай всем нам, зачем ты здесь. Сам же говорил, что бьемся за бабло и сучек в этом зале. Если это так, ты зубьем за вторым. Моя теория про сквирки это подтверждает на случай перевода стрелок. Добавлю, что моя мотивация достаточно простая. Просто хочу утащить себя и близких из всего, блять, этого рутинного говна, чтобы я смог наконец себя найти. Все силы отдавать лишь на любимое дело. Без отдыха и башни с моим месяц этого выхода. Я думаю, для каждого это будет охуенно. Что ж Снайпер скажет? Мой противник рэпер, который добавок к этому у нас еще бармен. Нахуй все это вообще же не тру. Еще к тому же и продажностью пахнет. Ты презираешь получение денег за то, что ты делаешь, это весьма забавно. Это как тебе бар приходит алкаш и говорит, вообще-то я всем наливаю бесплатно. Очкись уже, дядь, тебе скоро 30. Я сомневаюсь, что у тебя есть магнум, опыт молодые. Сейчас кладут за лупу тебе на ворот рэп и колон вас гроз космосу. Это вовсе не время, когда пора выбирать. Это время, когда выбор должен быть домой сделан. Ты не уникален, скажу, в спальном районе найдешь тысячи, так же борцов системы. Тебе же не домек, что можно линию свагнуть, правила приняв. В этом разница между нами, ты у нас пиздец системой борец. Но она тебя почему-то постоянно нагибает. Напоследок, знаешь, ты сказал бы РГГ, услышав твои треки, нисколько не томя. Хочешь, сучонок, косить под меня, попробуй сначала ходить под себя, блядь. Красава. Ёрик халатный, какой тебе батл, ведь ты хуй, да еще Стас. Наката проходка по блату, ты слащицу кастов накидывает чат на текста. Ярик здесь траус, сорян, панчо пождет воробья после прах развея по ветру. Дима Дементор, рамы двойные, словно струя, если б жизнь уретры, тачдаун. В руках майка глок, пересек Рубикон, да это же никто, но готов поросенка рубить на бекон. Не соперник, а корм, блактон, да китов, я тут еще прошло. Тяни хоботок или заглатывай питон. В щель твои суки мой хуй попадает по паре раз в день, как жетон на метро. Представляю блок, не подумай за район. Мой текст и флоу, саундтрек твоих похорон. Любое бля покрытие, любой вагон. Типа клёвый игрок, но я крайм ржон. Каждый бас, как без команды на Марс. Удиви эту массу, эти сотни глаз. Бар боссу, Фидель, как Фрэнк Кассо. Но прикуришь мне сигару, я Фидель Кастро. Из крайности вон. Комаров, твой актерский флоу меня ставит в тупик. Забрызгаешь ринг, твои два купета тут как-то мельком. Как грудь, пизби, панчей, прицеп целый град. Видели зимой, останешься скоро на цепатл МЦ. Для тебя снегопад сегодня последний, как зима дрова. Раунд! Это BBM Rap Battle, турнир Trash Talker. Смотрите нас и поехали дальше. Бау!